Когда я пришел в 1983 году, я пришел в механический цех по металлообработке деталей. Коллектив был вообще нормальный, мне понравилось работать на заводе. Привел меня на завод отец, преподаватель на тот момент Лидского индустриального техникума. Так что он тоже разбирался в металлообработке, он преподавал черчение. Ну и привил ко мне любовь тоже к технике. Были трудности, как и у всех 90-е годы. После развала Советского Союза в 91-м году наш завод за эти годы, конечно, преобразился. Если раньше на нем производился капитальный ремонт автомобилей, это в советские времена, то он постепенно с начала 90-х годов перешел на выпуск сельскохозяйственной техники. Сеялок, потом это были комбайны, посевные комплексы, сейчас опрыскиватели. Производится несколько десятков наименований этой техники. Наше предприятие является на данный момент одним из передовиков производства сельхозмашиностроения нашей республики. Предприятие все делает для того, чтобы выращенный урожай сельхозпроизводителем был вовремя убран, вовремя обработаны поля. Моя работа, это важная часть моей жизни. За столько лет, десятилетий даже проведенных на этом заводе, я уже не представляю жизни без своей работы. Это часть моей жизни.